Начинается дачный сезон, и многие уже закупают необходимые семена и средства защиты на будущий урожайный год. Некоторым из них требуется консультация в этой области. Для этих целей был создан информационно-консультационный пункт, где специалисты Россельхозцентра оказывают соответствующие услуги сельхозпроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам. Репортаж Альбины Ламковой. Часто приходим. Ну и как вам семена? Дают очень сколько? Хорошие. Каждый год приходим, обслуживают отлично. Спрос рождает предложение. Истина в несомненном высказывании убедили специалисты Россельхозцентра, создавая информационно-консультационный пункт. Предпосылкой в его открытии послужили обращения сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов и огородников. Здесь дипломированные специалисты информируют о современных методах защиты, подберут семена и посадочный материал, который будет отвечать самым высоким требованиям качества. Мы давали только консультации, да, а тут, получается, у нас уже есть средства защиты растений, семена, минеральное питание. Тут не просто можно получить консультацию, но уже можно сразу же, специалисты подберут по какому вредному объекту тот или иной препарат, который разрешенный, да, справочником пестицидов и нормой, чтобы если норма будет больше, то это будет вред. За последний год значительно пополнился ассортимент предлагаемых препаратов и удобрений. В информационно-консультационном центре представлены семена овощных культур собственного производства. Они имеют логотип ФГБУ Россельхозцентр. Все семена проверены в нашей лаборатории, соответствуют по всхожести и по урожайности заявленным. Лучше импортных? Безусловно, наши семена лучше импортных. Они адаптированы к нашим условиям, они все районированы. С того года мы перешли уже на новые пакетики с евроотверстием. Они упакованы в двойной пакетик, что повышает срок хранения и гарантирует качество семян. Процесс от подготовки почвы до сбора урожая специалисты Россельхозцентра берут на себя. По заявкам выезжают в хозяйство, проводят консультации, отбирают образцы для проведения испытаний в лабораториях и сообщают результаты. Выдают рекомендации для дальнейшей защиты растений. Когда ты уже увидишь, посмотришь под микроскопом на микроуровне, тогда ты уже будешь точно уверен, что ты ему поможешь. И нам очень многие звонят, все, и всегда мы говорим, чтобы они принесли, чтобы уже точно быть уверенным, что ты человеку поможешь, а не он не просто потеряет время, средства и потом в итоге растения. То есть 50 на 50, ну, мы так не работаем, мы уже работаем 100% результата. Еще в информационно-консультационном пункте можно сдать использованные батарейки. В дальнейшем, учитывая спрос населения, планируется расширить перечень оказываемых услуг. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карчаево, Черкесия.